с Лионом, занимая 16 место в таблице. Это уже лет 7-8 назад было. А Лион тогда в самом соку был. И вышли несколько юниоров. Все-таки вот как обидно. И место-то ушел. Точнее, унесли его. И, видимо, дело все-таки не в том, что кинул локтем его по стороне, а в том, что ногу зацепил. Может быть, даже это рецидив того, что произошло в первом тайме. Тогда-то гораздо жестче.